мне такой шлемофон, чтобы все закрывал и уши, и нос, и глаза целиком, не реагировал на телефон. Мягкость бы ощущалась от любого удара по макушке. Замечательный подарок, игрушка и за даром. Но только откуда я взял и откуда считал информацию, чтобы час побежал, сжимая в руках ассистанции. Ни до, ни после реформы не продаются подобные шлемофоны. И слишком много друзей уверяет меня, что он, в общем-то, мне и не нужен. Я поэтому безоружен, ведь я построил на этом всю свою линию защиты. Я верю, что он существует. Ищите заклятатые, ищейки, натазии, зевайки, и найдите, куда расшибитесь. Да, понимаю, он мог ошибиться, допускаю, хорошо. Давайте зайдем в другого краю. Были помарки, но должен же быть обязательно. Такого свойства от нейтрализатор. Отсекающие все чувства, эмоции, устои, политику, социум. Заставляю многом забыть, например, о том, что ты превосходный оратор. Вот бы мне такой шлемофон. Превосходный оратор. Температуры, скорости ветра, осадков, давления.